Дорогие телезрители, с вами снова, как обычно, Крабоскоп. И сейчас мы сбежали из бурей и ненастей. Вон Наталья Санна на заднем плане, где-то вот там отдыхает. А перед нами вот такое место. И здесь будет происходить что-то удивительное. Мы сейчас как начнем там нырять, и нас не остановить уже будет. Вот тут прочие людишки тоже здесь. И будет здесь настоящее скопление крабоскопных дайверов.